Всем привет! Это Илона. Это папа. Папа, правильно, папа Антон. Мы решили сегодня сделать несколько опытов, да? Да. И хотим вам тоже показать. Мы еще не знаем сами, получится ли у нас это или нет. Для первого опыта нам понадобится шарик, свечка, спички. Нет, только это. Спички. И вода. Вода. Яйцо? Нет. Для начала мы... Держи шарик, сейчас будешь поставить его над свечкой. Покажем всем, что шарик над свечки лопнет. Не надо, я не хочу. Со спичками нельзя самим играть без родителей, да? Ну давай. Вот так. Поднимай. Не бойся, что ты. Бум! Шарик лопнул. А теперь... Будем делать по-другому. Запахом пахнет. Ну, наберем воды. На, будешь надо добавлять в шарик. Что, лучше он не лопнет? Ну. Огнеупорный шарик будет у нас. Ну, ничего, ничего, потихоньку. Набрали воды немного в шарик. По идее, он должен не лопнуть у нас. Сейчас мы это проверим. Приготовили полотенце на всякий случай. И ставим над свечкой. Точно? Шарик не лопается? Я подставляю под самый огонь. Видно в камеру? Не лопается шарик, под самый огонь касается. А я буду наверху. На, попробуй ты. Давай. Интересный опыт. Добавишь воду? Да, набираешь немножко воды, и шарик уже не лопается от огня. Ниже даже можешь опустить. Опусти ниже. Чего я очередь? Ну вот, сколько держу, и не лопается. Будем переходить к следующему опыту. Ну, да, давай. Птица. Так, ладно. Давай. Задуваем свечку. Свечка пока нам не нужна. Я буду задувать. Давай, задувай. Теперь у нас другой тоже интересный, я надеюсь, опыт с целлофаном и водой. Наливай из графина сюда воды. Вот так вот? Да, расстелим полотенце. Паузу нажал. Потихоньку. А, нажала паузу? Так, наливаем в пакет воды. Потихоньку, не спеша. Еще. Оп, хватит. Теперь мы будем этот пакет протыкать карандашами. У нас вода не должна потечь. Давай, бери карандаши. Давай, будем с тобой сначала ты, потом я. Давай по очереди. Ну давай, давай ты первая, интересно. Давай ты первый. Ну давай, попробуем. Согласно этому опыту, целлофан не должен пропускать воду. Пропустил. Плохой целлофан. Нам нужно наложить 5 ложек соли в один стакан. Полную не набирай, рассыпается. Да. Три. И еще четыре. Полную не надо, я же говорю. И вот так вот. Ну, еще одну, да. Все, закрывай. Да, теперь в эту. Нет, да? В этот у нас будет просто вода. Эту соль нужно теперь размешать. Да, вот так. Я хочу... Ложкой. Посмотри, соль. Это она похожа как сахар, да? Только она соленая. Да, ее нельзя косочек пить. Мы потом будем яйцо туда бросать? Да, так и она у нас будет... Так вот так. Ложить. Не мешай. Да, только ложечкой надо. Сначала опускаем сырое яйцо в простую воду. И оно должно у нас утонуть. Да.
Потому что яйцо тяжелее воды. Пап, я боюсь, ее надо вот так делать. Опустить ложечкой воду. Руку убери. Утонула. Утонула. А да. Теперь второе яйцо в другой стакан с водой. Да. И что из этого получится, мы тоже еще не знаем. Да. Утонет или не утонет? Это даже яйцо утонуло. Я думаю, что не утонет. Будет плавать наверху. Проверим. Одно утонуло, одно плавает. Да, просто мы соль добавили. Ну вот, два из трех экспериментов у нас удались. Еще остался у нас один эксперимент. С прокалыванием шарика. Вот такой вот спицей, шпажкой. Руки намочила. Ну, для этого у нас есть полотенце. Это убираем в сторону. Я вытру, сама я вытру. Что, давай я вытеру, вытру. Давай, попробуем шарик проткнуть вот так насквозь, и он не должен лопнуть. Но я что-то кажется, думаю, что опять ничего у нас не выйдет из этого эксперимента. Папа, а можно вот это взять, и я вот так буду? Ну подожди, давай этот сделаем опыт, потом еще с тем поиграешь. Поставь пока, давай. Я хочу поиграть. Пока ты будешь делать. Пока с этим поиграть. Обычно жидкое мыло. Смажем. Я попью пока. Те места, я не знаю, сейчас мы проверим. Смазали концы жидким мылом. Ну, давай еще шпажку чуть-чуть смажем. Подержи шарик, пожалуйста. Вот так, да, чтобы... Я даже не знаю. Ну, тут, по идее, не надо. Ну, пробуем. Да. Не страшно. Еще и не протыкается. Бум! Проткнули. Не лопнул. Не лопнул пока. Я ступала. Не получилось. Папа. Давай, хватит такой. Пробуем второй раз. Попытка номер два. Че ты убегаешь сразу? Говоришь, я так упаду, пап. А. Вот так. Смотри. Попытка номер два. Ну, вот почему? Они, пап, ты будешь держать, я буду красить. Может, с этой стороны нужно протыкать? Ну, сейчас попробуем проткнуть с другой стороны. Давай, маш вокруг. Побольше мыла. Хватит? Еще намокни. Подвинуть сюда? Ну, главное, одну сторону выдержала, да, а вторую не захотела почему-то. Где? И вот с этой стороны. Все, тут хватит. А тут тоже нормально. Тут уже хорошо, все, пробуем. Почему же, может, из-за этого? Что у нас такая шпажка? Хотя нет, когда я коснулся, она лопнула. Ну давай попробуем еще раз. Наша Илоночка убежала. А что ты убегаешь? Я боюсь, что он лопнет. Так охота, что получился этот эксперимент? Не хочет протыкаться. Вот, смотрите, проткнули. Получается начало. А потом... Вот она, иголка уже. О, вот. Супер. Все-таки получился эксперимент. Шарик не лопнул. На, подержи. Покажи всем. Сюда садись ко мне. Вот, получился у нас еще один эксперимент. Супер. Это тебе будет как горка. Как сладкая вата. Да. Смотри, мыло не съешь. Я съем. Вот так. Ну все, давай прощаться. Всем пока. Нет. Будем в следующий раз делать еще новые эксперименты. Пишите нам.
канале. Мы будем делать скоро новые видео, новые эксперименты, да? Будем ставить. Какими? С чем будем делать в следующий раз? Сейчас. С красками и с чернилами и с водой. Будут другие интересные опыты, да? Как девочка делала. Как все делают дети другие, и мы будем тоже делать. Всем пока. Всем пока.